Все, у нас съемка пошла. Предлагаю прогуляться по набережной и не только симпатичного курортного местечка на северо-востоке Испании. Итак, вашему вниманию курортный город Бланес, побережье Коста-Браво, провинции Жирона, автономии Каталония. Копание в интернете по поводу каких-нибудь исторических справок о развитии города ни к чему не привело. Все как обычно, рыбацкая деревня и монахи-капуцины. Коста-Браво переводится как «дикий берег», «пираты» и так далее. Кто во все это верит, а может просто блокирует доступ к информации? Вот, например, на скале на высоте 173 метра над уровнем моря есть разрушка замка Сан-Хуан с приляпанной сверху сторожевой башней, защита как бы от пиратов. Я не специалист, но характер разрушений, видимо, природный. На скале со стороны моря монастырь капуцинов. В настоящее время Сан-Хуан – это просто смотровая площадка с плохо продуманной историей. С другой стороны, мы получили большое удовольствие от прогулки по дороге серпантину вверх под оглушительный треск миллиона цикад. Большая часть склона застроена коттеджами, виллами с широкими террасами, садами и бассейнами. У подножия скалы есть ботанический сад. Мы шли вдоль дороги по узкой обочине, оглядываясь на крутизну прошедшего пути и любуясь видами на залив. Мы не подготовили заранее себе маршрут по карте и, конечно, заблудали. Спасибо большое двум добрым испанцам, указавшим нам путь. И вот последние 300 метров. Обратно шли по крутым ступенькам живописной старой лестницы. Чистейший, сухой, горячий, сосновый воздух и спокойный темп не позволили нам утомиться за 4 часа путешествия. Мы в полном порядке вернулись в город и пошли купаться. Город Бланес как бы разделен небольшой скалой Сапаламиры на две части. Одна – это коммерческая с современными отелями, вторая стала развиваться только после Второй мировой войны. И вторая – это старый город, где сохранились древние улицы, старинные здания и памятники архитектуры. Узкие улочки, старая церковь Санта-Мария, площади с традиционными домами и локальными рынками. Скала Сапаламира – это своеобразная визитная карточка города. А объединяет город единая набережная длиной около 4 километров. Вдоль всего променада с одной стороны тянутся кафе, рестораны и разные бары. С другой стороны пешеходной зоны установлены длинные лавочки для любителей морских закатов. В конце пляжной зоны, ближе к скале, есть стоянка для катеров и мелких спортивных яхт. Тут же спортивная морская школа. Сюда же приходят прогулочные туристические катера с высадкой и посадкой в воде, как десант морских котиков. Береговая полоса шириной 600 метров, покрыта крупным песком. Вход в море быстрый, море чистейшее, тягучее от солености. Мы отдыхали в начале горячего сезона, и пляж был не перегружен. Городские службы следят за чистотой, дежурят спасатели, есть пункт первой помощи на пляже. Последние 2-3 дня течением пригоняло медуз. Они появляются внезапно и в больших количествах. Меня кусали 2 раза. Жжет очень больно. Апартаменты. Мы выбрали размещение апартаменты в старой части города, на тихой улочке типичной 4-этажной застройки. Все улочки в этой части узкие, шириной в одну машину, плюс метр на тротуар. Во всех домах для каждого жильца есть своя просторная терраса с удобными легкими креслами, украшенными цветами в горшках и гирляндами лампочек. Узкие подъезды, узкие лестницы. Лифта, конечно же, нет. На крыше предусмотрены небольшие индивидуальные кладовки со стиральными машинками и хозинвентарем. Ходили на прогулку в спальную часть города. Город малоэтажный. На первых этажах магазинчики, супермаркеты, пекарни, открытые лавочки. Фрукты, овощи здесь значительно дешевле, чем на площади ближе к берегу. Сувенирных магазинов практически нет.
Много магазинчиков с летней обувью испанских производителей. Очень удобная, мягкая, легкая, кожаная, садится на ногу, как влитая. Но простые неинтересные модели, без каблука. Вечерами мы гуляли по нарядной набережной и по старому городу. Любовались древними кирпичами, оригинальными решетками на окнах, необычными балконами, деревянными дверями и другими элементами декора. Достопримечательности здесь все на виду. И первое – это арка с иконой Девы Марии, которая является замковыми воротами. И так называемый колодец Сан-Жуан в готическом стиле, в котором никогда не было воды. А может, это не колодец, а вентиляционная шахта. Есть еще готический монастырь, госпиталь святого Жоуме и старая часовня святой Варвары. Всегда считала, что для морского отдыха достаточно недели, и это было действительно так до испанского Коста-Браво. Это место нечто большее, чем пляжный отдых. Здесь каждый уголок дышит историей, здесь можно потеряться в лабиринте старинных улиц. Здесь легко забыть о спешке и тревогах большого города, находя покой в простых вещах и легкое приключение. Уезжая, вы понимаете, что этот испанский берег оставляет в сердце маленький теплый след, словно его солнце остается с вами, напоминая о безмятежных днях и обещая, что вы сюда обязательно вернетесь.
Sí, jardín Ajá. botánico, Cala San Francisco, tienes que ir por allá abajo, pero hay un buen trozo, ¿eh? Ajá, un trozo grande. Pero bueno, poco a poco se llega. Vale, ahora, para subir al castillo. Осталось каких-то 300 метров. Напугали нас этой дорогой. Нормальная дорога. Что за дорога? Все хорошо. Лучше гор могут быть только горы, да? Нормальная дорога, вон хорошо как идти. Неизвестно, правда, как спускаться. Вы не поверите, мы преодолели эти 300 метров. Здесь такая панорама на материк. А вот это цель башни. О, ничего себе, тут такая славная дорога. Небольшой. Небольшой, да. Папа мне сказал, был. Ага.
я туда не пойду. Ну, а это вид на Баланес. Ну вот, нормальные ступеньки, здесь еще можно подняться. Жанна, тут ступеньки есть. Добрые испанцы нам сказали, как пройти в этот замок. Если бы не они, мы бы ходили еще по этим горам до завтрашнего утра. О, 5G, как хорошо. Что же в этой башне? Что же в ней такое? Только для посвященных.
такой подъезд. Чуть-чуть пошире человека. Интересные двери. Так, вот раз. Открыл. Такой ширины балкон. И вот что там у нас. Как хорошо. Выше нас только терраса. Мы с вами сходим на террасу. Посмотрим солнечный город. Обратите внимание, ручек нет. Ну, может, это как в психушке. Не должно быть ручек в коридоре. Стиральная машинка, всякая такая бытовушка, мячик. И вот это прелесть. Thank you.
и с другой стороны. Живут люди. Он туда к морю идти. Прикольно. Прикольно. На каждой террасе есть столики, стульчики, где посидеть, отдохнуть. Миленько. Летик такой, летик, ну, обычный, очень хорошо, чистенько, новенько. Все хорошо.
Thank you.
сегодня